В Новосибирском дендропарке установили эко-скамейки. Акцию организовали в рамках Всероссийского субботника «Страна моей мечты». Первыми принять участие в проекте решили сотрудники компании «Сибэко». Подробности далее. Раннее утро. В Новосибирском дендропарке вовсю кипит работа. Одни пилят, другие колотят, третьи красят. Больше 50 человек компании «Сибэко» решили принять участие в экологической акции. Они приводят в порядок одну из аллей дендропарка и оборудуют территорию лавочками из экологически чистого материала. Зов души и зов, конечно, компании. Конечно, мы приветствуем такие начинания, которые у нас реализуются. И поэтому поддерживаем, конечно, свою компанию. Ну и на благо города с удовольствием приходим и трудимся, что называется, в поте лица. Провести экологический субботник решили в рамках всероссийского проекта «Зеленая Россия». В этом году акция под названием «Страна моей мечты» будет проходить весь сентябрь. Волонтеры «Сибэко» вышли на помощь городу первыми. Пришло 1000 человек, и результаты достаточно серьезные. Мы очистили уже 8 гектар территорий, порядка 60 тонн мусора собранного вывезено. Ну, вот сегодня мы проводим, соответственно, ту же акцию, которая, считаем, достаточно также популяризирует нашу деятельность, и к ней, надеюсь, присоединятся другие жители города, другие предприятия. Уборка аллеи дендропарка и установка 12 экологических лавочек – это лишь первая часть проекта. Дальше собираются площадку возле скамеек забетонировать и установить мусорные урны. Сделают это уже в ближайшую неделю. Ксения Бородкина, Антон Мамаев, новости ОТС.